Добрый день! Сегодня 17 февраля 2022 года. Говорит и показывает Хариш. Мы вас приветствуем на канале компании Экохаус. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверху, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новые сообщения и видео с нашего канала. Сейчас мы с вами пойдем смотреть пятикомнатную квартиру с двумя балконами, стоянкой, кладовой комнаты большой, 8 квадратных метров. В квартире также есть кондиционер центральный с джемперами. И также дут солнечные электрические. Квартира находится в центре города Хариша, на углу улицы Гамла и Орен. То есть это самый центр города. Тут рядом есть у нас магазины, поликлиники, детские садики, светская школа. Квартира сама находится в хорошем месте, дому 4 года, но квартире самой купили ее год назад, но в ней никто не жил, то есть вы покупаете совершенно новую квартиру, уже пригодную к жилью. Давайте сейчас пройдемся, посмотрим кладовую комнату, также посмотрим саму квартиру. Вот, знаете, вот мы заходим, видим тут большой такой холл, два входа и выхода, то есть мы зашли с одного, напротив выход на стоянку. Сейчас давайте пойдем посмотрим кладовую комнату, которая находится на нулевом этаже. Вот она такая идет длинная, с окном. То есть большая кладовая комната, таких комнат очень мало, обычно идут поменьше. Или бывают квартиры вообще без кладовой комнаты. У этой квартиры, как я уже сказал, есть два балкона. Один выходит из салона, второй из родительской комнаты. Вес квартиры сразу как переводится машканта и деньги. То есть в течение, скажем, 2-3 месяцев вы получаете квартиру. Также наше агентство предоставляет адвоката. И также мы делаем ипотеку машканту. Если кому надо, пожалуйста, можете обратиться. И мы делаем все по порядку, как это положено. На рынке мы уже недвижимости больше 20 лет. То есть у нас большой профессионализм в этом деле. Вот мы заходим в эту квартиру. Квартира сам по себе очень комфортная. Тут есть некоторых вещей, которые можно поменять также и сделать лучше квартиру. То есть вот мы зашли в салон. Тут при входе есть туалет и раковина, которые можно убрать. И люди делают из туалета делают прихожую, а вместо раковины делают какой-то шкафчик или мини-бар. Вот так вот. А тут мы видим мазган. Также квартира очень светлая, солнечная. Вот мы видим, это балкон. Один балкон крытый и второй открытый балкон. На второй стороне. Потом я вам его покажу, мы выйдем на него. Значит, 30 тут в салоне электрические, в комнатах обычные, и в комнате родителей также 300 электрические. Это кухня. Кухня отдельно. Тут можно поставить холодильник, плиту вместе с духовкой, посудомойку. Шкафчики мы видим как нижние, так и верхние. Дальше это идет технический балкон, также большой, где можно поставить стиральную машину. Кто-то ставит посудомоечную, кто-то ставит сушильную машину, также тут очень много места. Также мы видим дут солнечные, электрические тут находятся в этой квартире. То есть вообще в Хариша у нас у каждой квартиры есть электрические солнечные дуты. Очень многие спрашивают, есть ли нет, вот я вам отвечаю. Знаете, это ванная комната, совмещенная с туалетом. Вот такая. Дальше мы идем, смотрим, это комната Бетахон. То есть все
Комнаты тут очень большие для комфортного проживания и все солнечные, так скажем. Много света тут. Вот вы видите, это еще одна спальня. Вот еще очень большая спальня. Значит, тут спокойно входит шкаф 3 метра. Если вы хотите из нее сделать комнату шкаф, то тут можно поставить 3 шкафа по метру. Очень хорошо они вписываются. Потолок 2,70 в этой квартире. Если не 2,80, вот точно не помню, но вот как-то 2,80 или 2,70. То есть потолки тут высокие. И также это родительская комната. В родительской комнате тоже место под кровать. Вот тут. И с другой стороны можно поставить шкаф, и еще остается место. То есть родительская комната тоже очень большая. Трисы, как я сказал, тут электрические. И тут выход на балкон. То есть вот такой балкон большой тоже. То есть сама квартира очень светлая, комфортная для проживания. И в комнате родителей также есть душ, раковина и туалет. Вот, пожалуйста, кому понравилась такая квартира, звоните нам на телефон 053-53-26563, компания «Экохаус». Также у нас есть и другие варианты квартир, как четырехкомнатные, как пятикомнатные. Цены у нас немножко пошли вверх в Кореше с января этого года, 2022 года. Но все равно в нашем агентстве можно найти квартиры ниже рыночной цены. И также мы стараемся найти вам квартиры по приемлемым ценам. И всем помогаем покупать. Значит, наш телефон опять же 053-53-26563. Звоните. До скорой встречи. До свидания.